Здравствуйте, с вами Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и в студии я, Екатерина Аксенова. В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылась новая выставка под названием «В их иллюминаторы заглядывала бездна», посвященная аварийно-спасательной службе флота. На выставке, организованной музеем совместно с Управлением поисковых и аварийно-спасательных работ военно-морского флота, Центром подводных исследований Русского географического общества и Российским государственным архивом военно-морского флота, представлены предметы и материалы, поступившие в ЦВММ из Кронштадтской водолазной школы в середине 20-х годов 20 века. Водолазные шлемы, приборы знаменитого изобретателя, организатора Кронштадтской опытной механической водолазной мастерской Колбасьева. Посетители выставки также могут увидеть экспонаты, связанные с водолазными работами инструкторов и курсантов водолазной школы на затонувшем в 1897 году броненосце «Гангут», снаряжение, технические средства, обеспечивающие водолазные работы, модели кораблей разных периодов в истории водолазного дела. Профессия водолаза во все времена считалась одной из самых опасных и захватывающих. И связано это не только с тем, что водолазам приходится погружаться на немыслимую для обычного человека глубину, но и с тем, что им приходится на этой глубине работать, спасать людей, поднимать корабли, заниматься поиском ценных грузов, ремонтом и другими сложными операциями. В России первые водолазы, занимающиеся подводными работами профессионально, появились в середине XIX века. В связи с требованием надежного обеспечения безопасности кораблей российского военно-морского флота стала очевидной профессиональная подготовка кадров для водолазных работ. Поэтому 5 мая 1882 года в Кронштадте была открыта первая в России школа водолазов. Открытие водолазной школы покончило с кустарным обучением специалистов. Подготовка водолазов была поставлена на научно-медицинскую основу, школа стала центром, объединяющим научную мысль в области водолазного дела и подводной физиологии. Приглашаем вас на выставку «В их иллюминаторы заглядывала бездна». Приходите и оставайтесь с нами. С вами был Центральный военно-морской музей, и я Екатерина Аксенова.